love is a lie. And so we begin foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Посолили кастрюлечку капусты, сейчас прикрою листиками, положу гнет сейчас, вот тарелочку кладу, ну вот видите, как бы ничего, сок, так нормально. Ну что, капуста, думала суховато, мне показалось сначала, своя капуста. И сразу сейчас поставлю в холодильник, чтобы она не перебродила, короче. Палыч еще намял на салатик. Свеженькие. Добавлю маслица. Хватит. Так, и добавлю уксус. Ложечку. Попробую. Немножко сахарочку надо еще добавить. Добавлю сахарочку. Достаточно. Вот такой салатик. Чуть-чуть он еще подмаринуется. Наберет. В уксусе подмаринуется, маслица наберет. Очень вкусный. Так, я пока его придавила, чтобы он помариновался. А потом его взалохомачу. Решила приготовить ленивые голубцы. Для этого мне понадобится лучок. Я вот его поставила уже обжариваться. Морковь свежая, натертая. Капуста. Фарш. У меня мираторг. Куриный. Рис отваривается. Приправы. Паприка, перец черный, чеснок мы кладем. Кто не любит, не кладите. Мы любим, кладем. Соль, сказала, да? И для соуса нужно будет томатную пасту и сметану. Но это потом уже. Сначала надо приготовить голубцы. Чтобы чесночок лучше чистился, надо подержать его в воде. Это я увидела у Натальи Елисеевой из Екатеринбурга. Никогда я так не делала. Ну, сейчас узнаем, проверим, верно это или нет. Вспомогнет немножко. Лучок начал золотиться. Теперь выкладываю морковь. Ну что, лайфхак с чесноком работает. Правда, чистится неплохо. Так, обжариваем все до полуготовности. Морковочку до полуготовности. Сейчас добавлю капусту, рис. Ох, вытяжка у меня шумит, да? Рис тоже отвариваем до полуготовности. Погромче буду говорить. Натру чесночок. Так, чесночок готов. Выкладываю капусточку. Рис готов. Буду сейчас его сливать. Рис добавлю немножко масла. Перемешаю. Чтобы он более такой был рассыпчатый, скажем. Чтобы... Добавляю соль, перец, паприку. Так, рис. Пусть пока стоит, а я займусь фаршем.
Посолила. Надо было только груни пересолить. Я в последнее время что-то у меня проблемы с солью. Пересаливаю. Перчик у черного. Пересаливаю, говорю, влюблена. Только не знаю, в кого влюблена. Так, перчик. Черненький. Хватит. Паприка. Достаточно. И чесночок. Так, и все хорошо. Перемешаю. Люблю, конечно, капусточку-то. Вообще бы без фаршу ела. Вот по мне, так капусты должно быть много. Потому что я люблю. Вот это все-таки голубцы. Ну, вы кладите, как вам нравится. Любите побольше мяса, поменьше капусты кладите. Но для меня так вот лучше, конечно, капуста, поменьше рису, поменьше мяса. Сейчас буду лепить, посмотрю, как будут лепиться. Если будут хорошо лепиться, то добавлять не буду. Вот, по-моему, такая масса вообще как бы хорошая. Если будут плохо, можно добавить яйцо. Думаю, что будут лепиться отлично. Платочек мажу растительным маслицем. Ну что, будем тяпать котлетки, руки будем мочить, как всегда. Будем тяпать покрупней. Они будут посочней, повкусней. Да, хотела ведь я фарш, когда разделывала. Можно было масло положить сливочного, граммов 40. Они были бы сочненькие. Ну, вот такие вот, видите, никакого яйца не надо. Прекрасно они формируются. Вот. Прекрасно держатся, как мне их только класть, чтобы они у меня влезли в лоточек. Вот так. Восемь штучек я стяпала. Сейчас сделаем соус. Беру сметану. Пару вот таких хороших ложек. Еще добавлю. Томатную пасту. Можно молочком разбавить. Я уже говорила, можно водичкой. Я вот водичкой разбавлю. Баночку сполоснулась. Добавила еще большую ложку сметаны. Добавила водички. Еще добавлю томатной пасты ложку. Она у меня мороженое, мне приходится ее разминать в тарелке. Хочу побольше соуса. Соус очень вкусный. Тоже можете приправки какие-нибудь добавить, какие любите. Но я ничего не буду, я просто посолила. Именно вот такой мягкий, нежный соус. Томатная паста обалденная. Вот одна у меня была помидорка, да? А вторую вот сейчас я открыла. Кухмастер. Очень вкусная. И та, и другая. Вообще просто кисло-сладенькая такая. Две большущих ложки я положила. И получилось у меня три больших ложки. 4 сметаны я положила. 4, наверное. Вот, такой густенький соусочек. Вкусный. Никаких специй добавлять я не буду. Достаточно там. Просто посолила. Ну, все вроде бы растворилось хорошо. Так бы ел, так бы пил.
заливаю соусом ленивые голубчики, супчики. Ай, красота! Духовочка включена у меня на 180 градусов. Сейчас на 50 минут в духовку поставлю. Но для того, чтобы соус не выпаривался очень сильно, я накрою фольгой. Минут за 10 до готовности фольгу эту я сниму. Можно бы ее наколоть, фольгу, чтобы выходил пар, да? Но я не буду, потому что у меня, вот видите, я порвала ее. У меня тут дырочка получилась. Достаточно этого будет. В общем, ставлю в духовку. За 10 минут до готовности фольгу сниму, и чтобы они поджарились сверху. Включу вверх. У меня включается низ и вверх. Вот. На 50 минут не менее ставлю. Все, готово. Вот такие ленивые голубечки получились. Давно в духовке мы ничего не готовили. На даче ведь нет духовки. Полгода ничего не готовили. Попробуем. Вот такие голубечки на разрезе. Горячие, наверное. Угу. Вкуснятина. Обалденно. Приготовьте, ребята. Рекомендую. Очень вкусно. Приятного всем аппетита.